Заместитель посла США в Казахстане совершил ознакомительную поездку в шахтерскую столицу. Джон Марк Помершаем будет в Караганде 3 дня. В первый день поездки гость первым делом посетил физкультурно-оздоровительный комплекс имени известного боксера Геннадия Головкина. В минувший вторник заместитель посла США в Казахстане посетил Караганду. В рамках визита Джон Марк изъявил желание лично увидеть спорткомплекс известного казахстанского боксера. Гость остался под впечатлением от увиденного. Также он отметил, что Геннадий Головкин, открыв спорткомплекс, сделал правильный поступок, и это заслуживает еще большего уважения. Имел возможность сегодня приехать в Караганду. Мне очень самое приятное впечатление. Сегодня днем, посещая этот центр, ну, видно, что это очень хорошие возможности для детей. И, конечно, Геннадий Головкин – это самый большой стимул, по-моему, детям заниматься спортом. Джон Марк приехал в Караганду впервые и остался довольным. В этот же день состоялась встреча с главой региона. В акимате заместитель посла Ерлан Кушанов обсуждали экономическое сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами. Также обсудили совместные программы Америки с Казахстаном, отметил заместитель посла. У нас здесь в городе американский уголок. Мы стараемся расширять наши обменные программы. Поскольку здесь трехязычие, как государственная политика в стране, мы тоже стараемся помочь в этом плане, то есть культурные обмены, значит, эксперты по преподаванию английского языка и так далее. И я думаю, что есть перспективы тоже в этих областях. Заместитель главы дипломатических миссий США в Казахстане подарил физкультурно-оздоровительному комплексу книгу американского автора Кристофера Кардзо «Великие войны». Этим самым он отметил, что восхищается талантом Головкина и считает его настоящим воином. В конце встречи Джон Марк пожелал удачи боксеру в сентябрьском бою. Фариза Албаева, Жара Гибаева, Жаксылык Нуртай, Никита Миткин, Первый Карагандинский.